Джерси. Это, конечно же, господин мистер Драмс Алексей Васильев. Очень скромно. Басмен Антон Гинзбург. Гитара Дмитрий Переверзев. Также сегодня с нами на сцене был наш замечательный друг Володя Каплин. Давайте поаплодируем ему. А также Александр Кэп, который тоже сегодня был с нами. Спасибо вам всем, ребята. Выходите на сцену. Давайте как бы. Давайте как минимум. И сейчас последняя песня, которая называется... Димон, ну скажи ты хоть слово-то, а? Не знаю, что, глухонемой, что ли, не знаю. Там, где нас нет! Ну что? Короче, ребята, давайте. Ну как бы, а меня зовут, как вы все уже знаете, на свадьбы, похороны и прочую херню, Майк Кремлин! Там, где нас нет! Трубан, поехали! Hey!
спасибо, что пришли. Я думаю, презентация альбома удалась благодаря нам, благодаря вам, благодаря музыке, благодаря звуку, благодаря всем нам. Long live rock and roll! Будьте true!